Когда-то первые христиане праздновали Пасху вместе с иудеями. Сегодня их календари совпадают изредка, но в особенные годы их пути пересекаются. Почему? Это и есть календарь, вот, в котором и жил, и умирал Иисус. Все хитросплетения истории. Спасительной жертвой человечества становится сам Бог-человек. Все загадки Тайной Вечери. До сегодня нет однозначного мнения, что это было за трапеза. Новые открытия библеистов и ученых. Через 37 лет после смерти Иисуса на кресте Иерусалим был разрушен до основания. Что главное в праздновании христиан разных конфессий? Что сегодня отмечают иудеи? Вся история праздника Пасхи от древних времен до нынешних дней. В новом исследовательском фильме. Философия, традиция, Божий замысел. Пасха.